которую мы прошли почти. Теперь давайте... А, этот тоже. И этот. Давайте с этого тогда. Сейчас прикольно будет вообще. Такая музычка сразу. Ладно, пошли. Во, привет! Прикольно. У меня детство прям вспоминается сразу. Только видите, я ящик не разбил. Упс. Я ящик не разбил. А как выйти с уровня? Давайте я выйду, потому что мне нужно заново начать. Я ящик не разбил, а сохраняться быстро я не могу. Тут достаточно сложно. Почему-то сохранение быстро на этой версии не работает. Есть русская, там работает, но я на русской не хочу играть. Я не помню, можно как-то замедлять скорость или нет? О, опять не разбил. Что такое? Не получается что-то. О! Так. Теперь этот не разбил, твою мать. Давай быстрее, поехали. Опять промазал. Что ж такое-то? Жизни еще много. О! Тут чуваки будут, которые поднимают и опускают вот это меня не бесят, блин. Видите, какой уровень прикольный. Ай, блин! Вот так. Отлично. Теперь должны быть все ящики. Сейчас посмотрим. Смотрите, тут видите, вода. Если я упаду, я умру. Отлично. Видите, несколько раз попробовали и все. Теперь сюда. Сейчас опять один из тех уровней будет. О! Сейчас будет веселее. Ай, блин! А, он разбил его.
Ведь кажется тупо, да, все ящики разбивать, но в этом есть свой прикол. Я не знаю, тут вряд ли секретные арены есть. Теперь нужно вот так. Сейчас все сложнее и сложнее будет. Можно пойти сюда, можно сюда. А, так там туда и надо идти. Дополнительное место. Ай, блин, я же нажал кнопку. Ай, блин. Там надо кнопку прыжка нажать вовремя, я нажал. Что-то не посчиталось. О! Смотрите, дополнительная локация. А, это нас сюда же и принесли. О! Ай, блин! Ай. Этих как их много. Ой, блин! А? Ой, блин! Ай-яй-яй! Прыжок! Прыжок! Ой, пропустил. Тут вот ящиков нету. Все, он сейчас упадет. Я не знаю, в каких-то из этих ям должен быть секрет. А там ничего не открылось. Вроде нет. Просто на всякий случай проверила. Ой, не то нажал. Пропустил. А! Тут надо тоже разбить. Тут уже конец уровня. Нужно обязательно на все эти штуки наступить, чтобы был отрыв у меня. Ай, блин, я же нажал на кнопку. Что-то не всегда срабатывает. Блин.
Да блин, что ж такое? А как мне успеть-то? Я не успеваю по-любому. Очень странно. Может, теперь успею? Не ту кнопку нажал. Блядь. Ой, ёпта. Как на джойстике удобнее, а? Блин, теперь промахнулся. Ну, ёб твою мать. Если у меня останется мало жизни, придется читерить, потому что я хочу пройти. Ну, то есть как, я заморожу просто жизни. Потому что я не хочу по 100 раз, знаете, одно и то же проходить. Тем более я уже давно проходился. Отлично. Вот так. Просто нужно подождать, пока 99 жизней будет у меня. И тогда уже можно спокойно проходить. Я сейчас просто не так много жизней еще. Все. Теперь можно к боссу уже идти, как-то быстро. Так. Я тоже босс достаточно легкий, ну. Да-да-да-да! Да-да-да-да! Короче, нужно от него уворачиваться просто, и потом его бить. И все. Они тупые. Они очень тупые, вообще, пипец. Потом он будет в меня кидаться ножиками. Все. А, я прям в нем застрял. Только ноги торчат. Все, сейчас будет новая локация. Типа канализации. А, ну вот, вода. Ну что, пойдем дальше. Вот сюда. Я не помню, когда секретные арены-то открываются. А, тут уже ездит. Тут рыбка прыгает. Как быстро чекпоинт. А тут время ограничено. Нужно быстро, короче. Ай, блядь. Нужно быстро до конца уровня доехать. Ящики не собирать. А второй раз уже не получается, видите?
это один раз только, видите, за уровень. Нужно быстро до конца уровня доехать, пока время не закончилось, и тогда будет тебе приз. Ну ладно, давайте сначала хотя бы просто пройдем. Ёб твою мать! Аккуратнее. Он уж сам взорвется. Ой, блин! Главное набрать 99 жизней. Все, тогда можно уже будет спокойно. Вот, тут уже растения. Вот так, и не поймал. Теперь можно пойти сюда сначала. Потом уже на лодке. Чука-чука-чука-чука-чука! А тут три уже. Нужно с ускорением. Я нажал на кнопку. Что-то не всегда срабатывает почему-то. Опять не работает. О! Ну все. А, все равно получили. Если бы мы успели за время, мы бы получили еще один приз. Но это нужно быстро, и ничего не собирать по пути. Это нужно еще потренироваться, у меня не всегда получалось. Сейчас еще одна канализация. Мой любимый уровень, один из любимых. Тут будут чуваки с огнеметами теперь. Вот они. Нужно подождать, пока у него топливо закончится, подойти к нему и... Хуя! Все. Тут, смотрите, прикол, там угорь в воде и ящики, которые надо разбить. Сейчас она всплывет. Ай, блин, не получилось у меня. Черт, а. Тут еще одна секретная зона, но она пока недоступна. Да ёб твою мать, что ж такое-то? Что-то сегодня не получается. Thank you.
Тоже прикол. Ай, блядь! Я не знаю, видите, что-то у меня сегодня не идет. Какой-то я стал косой. Вот этого надо на вентилятор толкнуть. Во. И все равно я... А, нужно еще одного. Подождите, а бонус считается пройденным или нет? Так я в самом конце оказался. Да, бонус считается пройденным. Значит, нужно один раз и второй раз сейчас он появится. И можно и третий раз тоже. Не попал. Во. Тут уже три. Вот так. Непобедимость. Ох. Надо было наоборот идти в другое место. Так. А. Так. О, опять непобедимость. Та-та-та-та-та. Да блин, прыгай ты! Чего он не может запрыгнуть на нее? Что за глюк? Ха. Странно. Там один ящик остался. А где он? Ха. Придется назад идти. Да блять! Что я не пойму, а где один-то еще? Да ёбаный хуй! О, что-то мне сегодня не везет. Не знаю, где один ящик-то остался. Назад идти сложно. Я лучше уровень заново начну. Вообще какой-то бред, блин. Давайте я остановлю запись. Где был последний ящик, я тогда включу запись и покажу. Но уровень мы уже прошли.